Здрасте, ребятки. Рассказывайте, как ваши дела. Привет. У меня сегодня выходной. Отправили в отель Авани. Считается одним из самых хороших. Спасибо. Ваш привет, брат. Розов, я тебе челяк поломаю. Сейчас покажу. Спасибо большое. Виталий мне рассказывал, да, я с ним вчера разговаривал. Спасибо большое. Привет, СПБ. Ребятушки, смотрите эфиры и все поймете. Кто с кем вместе и все остальное. Татуировок у меня достаточно, но будет еще. Мне надо доделать грудь, забить спину и правую пупочку. Лиля, неподалеку. Розов, я тебе надую, челяк поломаю, прилечу ради только этого в Владивосток. Привет, Воронежу. No, I don't think that either. Дайте КС город. Важик наберу, сейчас прямо посижу, наберу тебя сразу. На самом деле, я вчера набрал Виталю, он мне все рассказал про вас, и я был вообще просто в шоке. Даже где-то чуть не расплакался. Дамы на острове. Привет Донецку. Спасибо большое. Дела великолепные, ребята. Просто лучше не будем. Привет, Владик. У меня любимый цвет черный. Жараха у меня это незаконно. Little bit. Дагестан, привет. Спасибо большое. Ребят, ну, в прямой эфир выходить надо тогда, когда у вас есть нормальные вопросы. А не вопросы, касающиеся с бывшей. Не вопросы, касающиеся того, что на данный момент происходит на проекте. Моисей, привет, братец. Игорь, хорошо отношу. Камеру кушать, да. Представляете, я 24 на 7 кушаю на камеру. Представляете? Где бургер? На проекте не топ.
Я в отеле Авани на Сейшелах. А, Гроша, брат, спасибо, дорогой. Сегодня наберу тебя. Ночью. Да, если вы задаете вопрос, ты кто, значит, вы можете просто выйти с трансляции и все. Правильно? Hello, England. Да, я с дома 2. Спасибо. Ребята, отвечу сразу всем. Что касается видео, посмотрите эфир. Никому. Спасибо большое. По нации я русский. После проекта буду работать так же, как и сейчас. Thank you. Hi. Alan. На груди написано «Никогда не сдавайся на покупателя». Значит, настоящий с переводом с португальского. По мне на проект, конечно, можно прийти, походите кастинг. Если понравитесь нашим кастинговым вечерам, обязательно приходите на проект. Хорошо, я буду говорить погромче, ребят. Тату под майк уже объяснял это. Так, ребята, я снова с вами. Позвонили, немножко прервалось. Всех невероятно приятно читать все, что вы пишете, приятно. Даже и неприятное, адекватно все это воспринимаю. Вот, сразу говорю всем по поводу Лили и всего остального. Вы увидите все в эфире. Я вас всех очень люблю, всем благодарен. Просто всех благ.